город Александров. Вот у нас там башня Кремля. Это я локтем включил поворотник. А мы приходим немножко в себя. Я не знаю, как люди путешествуют с рюкзаками, когда невозможно сесть вот так вот к себе домой, где у тебя спокойно разложены все вещи, где ты можешь погреться, покушать и даже пописать. Вообще все можешь. Вот тут такое. Хорошая надпись такая вот. Можно еще снимать людей. Вообще все хорошо. Подъедем сейчас к Кремлю и поедем уже греть душу.